Три азбук Нари. Хотел позагорать, но что-то, блин, холодный ветер прям с моря дует. Вот в стране, где ветра нету, прям жарко. Только к морю выходишь, прям садиться хочется. Горы, как видно, там снега, конечно, до хрена. Прям вообще четко. Не, ну там высоты, конечно, уже за 2000 точно. Но все равно что-то прям как зимой. Интересно, из высоты к Батуми видно вот эти горы или нет? С 40-х этажей. Я имею в виду вершины. Да, такой холодный, конечно, ветерок, блин. Я думал, ну, сегодня жара, вроде. Но что-то у моря жары нету. Я так чувствую, что жара будет, наверное, только вот около моря. И даже Кавказ видно. И в горах. Что я сказал, по жару, что ли? Не, холод. Как вершины видно, блин. Ну там вообще прям ранее-ранее весна. Я смотрел погоду вместе. Ну, с Ванетти. Там прям меньше до 10 градусов. Как там вообще холодно. Жизнь здесь выглядит вот так. Наверное, какой-то... Тоже, наверное, сдают, что ли. Какой-то заброшенный отель из прошлого. Это совсем прям руины. Это было что-то маленькое. Раньше же здесь вместо вот этого Костея Мары был какой-то советский санаторий. Что-то для ученых, что не помню, как он назывался. Что с наукой связано, название было. Вот. Может, к нему относилось тоже. Лестница с этого санатория, ну не санатория, а с отеля, дорогого, с Костея Мары. А это типа лифта, подъемник, я так понимаю. Что написано?
Я думал, как в Крыму, там в скале заходишь, туннель такой, и лифт прямой, а здесь типа вот. Вот эту хрень, ее, кстати, видно, когда на железке едешь. Я когда ехал на железке, смотрел, это интересно, что здесь. Вон там, кстати, видно эти провода от железной дороги. И тут подниматься-то херня, я не знаю, что прям вообще кому совсем впадло, что ли. Интересно, если здесь пойти. Там не вид тут. Короче, вот так вот. Хотел здесь вот позагорать, но, блядь, что-то как-то холодный ветер будет. Сейчас разденешься, вообще будет холодно. Сверху музончик играет. Наверное, какой-то там отель, кафе какой-нибудь. Что-то торможу сегодня. Получит следы свежие. Но здесь, да, здесь море прям почище. Потому что здесь... Вообще, вот я заметил, все реки выносят свои воды на север, то есть заворачивают их. Поэтому вот надо смотреть. Например, в Батуми вот эта большая река, она, получается, ее заворачивает как раз в сторону Батуми. Поэтому в Сарку будет чистое море. И вот в Гонио тоже. Вот здесь, получается, северный край Кабулети тоже чище. Ну, где-то посередине, потому что там уже на тоннеле все равно как бы и, хоть и заворачивать на север, но все равно и размазывать прибои. Вот. И Цехидзери тоже будет чистый пляж. Потому что все реки, все Кентриш, вот это все, Дехвы, все на север уходит. Здесь сверху ничего не прилетит. Это там какой-то земляной склон. Нет, это просто. Ладно, пойдем на солнце. Попробую пройти через санаторий, блин, через отель. Вот. В общем, та лестница около будки, она ведет в тупик, она только на лифт. Поэтому подниматься желательно вот здесь. По этой лестнице, если пешком. А я вот здесь вот перелез. Не знаю, посмотрим, короче. Пусть, не пусть. Ну, на крайняк назад вернусь. Пруд еще маленький. Железка проходит прямо вот рядом. Даже как-то неожиданно.
А кстати, я могу же типа железки пройти потом. Чтоб, короче. Какая-то табличка. Уже интересно. Короче, хрен тут пройдешь, придется по железке топать. Хотел уже лезть через забор, ну не через забор, там калитка открывается. Смотрю, отсюда спускаются люди. Тут оказывается лесенка есть, и она выйдет как раз куда мне нужно. Вот так вот, это надо знать. Там чуваки трое. Русский, ну русский, наверное, потому что без акцента вообще говорит. Два парня и девушка. Они, короче, вниз туда на пляж спускались. Так что вот, можно и так. И легально причем. Да, после пляжа, конечно, тяжко идется. Глицине на сосну залезла. Аж на самый верх. И еще выше лезет. Прикольно сосна с такими цветами. Интересно, куда я выйду? Заброшенной даче, может? Или еще куда-то? Сейчас пока не понимаю. Интересно. Тропа куда-то дальше пошла. Вот оттуда я пришел. Перекресток. Серьезно, ну это еще с царских времен. Это все. Какой здесь шикарный куст. Рододендрон. Наверное, это другой. Никак здесь дикий растет. Какой-то. Может быть тоже дикий, но. Хотел посмотреть здесь османтус. По второму разу цвести начал, но слабо очень, и ни одного почему-то плода не завязалось, хотя цвел он, конечно, зимой круто. Вот. Не знаю почему, может быть надо мужское и женское ему растение, не знаю. В общем, в общем, вот шпилька, поворот Костей Мары. Здесь вот мусорки стоят. И, короче, вот туда вот к даче брошенный. А это вот как раз тропа вниз туда на пляж.
Можно и оттуда спуститься по лестнице, я имею в виду. Вот брошенная дача. Вот открыл новую тропу. Уже запрудили. Зимой этого не было. Вот, получился озеро. Ну, банан уже прям так это отрастает, я смотрю. Обрубки уже как-то не видно. Но не так быстро наберут. Я думаю, к лету уже тут будет прямо опять банановая роща, как и была осень. Кстати, даже не видно, что их обрубали. Интересно, что за растения. Часто вижу. Среди бамбука они торчат. Непонятно, что это такое. Я думал, что это начало пальмы. Но похоже, это что-то другое. Вот они. Может, бамбук так вылазит. Не знаю, что это такое. Ну да, наверное, бамбук. Вот он прям вверх. Аж поднял плиту. Так бы и не подумал, что это бамбук. Надо же. А ну да, вот. Еще какая-то хрен, наверное, огромная какая. Вот для сравнения. Тут моя рука. Да уж, тут огромное, что это такое. Ну вот она как выбросила землю. Ведь она весной так начала прорастать, потому что я их не видел до этого. Вот тоже. Блин. Какие-то эти внеземные растения. Ну-ка посмотрю-ка я отсюда что-нибудь видно. Ой, эти все там живут. Надо же. Прям как четко видно все. За этими горами уже Россия. Может, тут и Сочи
где-то здесь вот. Завтра облачно, но плюс 28 было написано в прогнозе. О, крест поставили. Что-то чувствую, что-то не то. Ну да, вот они эти фиговины торчат везде. Странно, конечно. Вон. Какие длинные же, блин. Тоже что-то какое-то растение. Лиана какая-то. Мне кажется, вот так вот походишь по этим, по всем паркам, и уже в ботсаду делать нечего. Это как в Крыму тоже, я помню. Ходили там везде. И что-то в ботсаду уже и неинтересно. Да уж, это бамбуковский. Ну-ка, ну-ка. Офигеть. Или это дерево, нет, это дерево такое. Я думал, это лиана. Строители русскоязычные. Интересно. Сделали перил здесь, подъем на этот кресту, вот, на этот холм. Че, площадку разровняли. Я смотрю, даже ее немного скопали, что ли. Ну, тут все осыпалось как-то. Наверное, будет трудовая площадка, скорее всего. Ну, это здесь. Ну да, здесь вода прям так отстоялась. Здесь я хрен спущусь. Эх, да они сколько сравнялись здесь. Надо же, я чувствую, что-то как-то не так.